Так, давайте начнем. Okay, как завалить автоматизацию по Нагеркине? Бредная святость, сегодня я пришла к вам, чтобы дать вам плохие советы, как завалить автоматизацию, используя Геркин. Почему плохие, мы поговорим об этом позже. Сейчас я представлюсь, кто я. Я работаю в IT с 2001 года и в Quality Assurance 2002. Я работаю тестировщиком и по автоматизации. Сейчас я руководитель по QA автоматизации в одной из компаний. Почему я сказала о плохих вредных советах для тех, кто не из России? В России у нас есть одна известная детская книга, которая называется «Плохие советы, вредные советы». Это книга для таких трудных детей, которые все время перечат всему. И автор думал, что если какой-то ребенок прочитает эту книгу советами, как не слушать родителей, как получить плохие отметки в школе, как плохо вести себя с товарищами, так вот этот ребенок, который все время перечит во всем, он будет делать все наоборот, противоположно тем советам, которые даются в книге. Сегодня я проведу с вами эксперименты, я буду давать вам такие советы, которые могли быть включены в аналогичную гипотетическую книгу, и вы будете думать, представлять, вы хороший или трудный ребенок, и вы будете думать о том, что вы придете утром на работу в понедельник и будете поступать так, как я советую вам. Почему? Вам это, допустим, вы руководитель, ведущий специалист по тестированию, вам наскучила эта работа, потестировала, вам надо что-то сделать. Или, например, вы хотите показать своим заказчикам очень впечатляющий спектакль, продемонстрировать свою производительность и эффективность. Или вы хотите сделать свою регрессию красной, или вы, если вы трудный ребенок, вы будете делать все противоположное, и у вас не будет ваша регрессия красной, по крайней мере, по этой причине. Как я уже сказала, я работаю по проектам электронной коммерции нашей компании, и сегодня примеры будут из электронной торговли. Мы будем искать на Геркине товары и класть их в корзину, в тележку. Вы видите вот эту замечательную рубашку, майка с капюшоном, и вот видите, я мама, занимаюсь тестированием ПО, и ничего меня не пугает, как и в реальной книге. Мы будем двигаться от более простой к более сложной вещи. Мы будем проходить разные уровни, с уровня сценария до уровня данных. У меня есть 20 только минут, поэтому я дам вам один совет на каждый уровень, потому что в других случаях у меня не хватит на это времени. Давайте начнем. Плохой вредный совет номер один на уровне сценария. Я-то хочу напоминать, что сегодня наша цель — сделать нашу регрессию полностью красной. Как можем мы добиться этой цели, используя только сценарный уровень? Очень просто. Создаем очень длинный сценарий, помните? Мы, если что-то посередине пути, так сказать, откажет в этом сценарии,
Этот шаг будет обозначен как неуспешный, и все это будет отменено, и тест будет назван красным. И чем длиннее сценарий, тем больше вероятность того, что все будет красным в этом сценарии, и тест будет красным, наша цель достигнута, у нас долгий, длинный сценарий, и наша регрессия красная. И более сложно на уровне шага. Кто не знает, в чем разница между эксплицитным и имплицитным весом? Вы говорите неправда. Имплицитное, то есть явное и неявное. Есть ли у нас такие люди? Мне кажется, таких здесь нет. Я не буду объяснять, в чем разница. Итак, мой вредный совет здесь. Используйте имплицитное, то есть скрытые веса. Вы здесь и в конце используем имплицитные веса, и через месяц у нас будет либо оптимистический, или пессимистический сценарий. В оптимистическом случае наши девелоперы, разработчики решат улучшить работу, производительность. Есть определенные кнопки, которые загружаются, они задействуются за 2 секунды. Наши тесты все еще зеленые. Зеленым. Но мы сейчас ждем больше на 8 минут. Вы можете умножить на... И, возможно, никто не будет прогонять этот сценарий. Наша цель достигнута. И еще более сложный совет на уровне метода. Возможно, это не очень простая штука. Представьте, что вы используете тот же фреймворк, как и другая команда, один и тот же проект, но разные команды в рамках одного того же фреймворка. В команде 1 шаг реализуется at when, и пользователь кликает add to cart button, то есть добавить в корзину, и однажды приходит на работу, и все каждый сценарий в этом, на этом шаге красный, и QE, первая идея приходит, что-то происходит с этой страницей, нет, страница, все в порядке. Следующая идея, что-то с локатором, нет локатора, то есть тесты красные, но все правильно. Почему регрессия красная? Правильный ответ в рамках той же фреймворк, другой QE, имплементировал другой шаг. Мы кликаем button, на кнопку, но в этот queue номер 2 имеет те же фантазии, что и queue номер 1, поэтому шаг звучит так же, с единственной разницей в этом параметре, название кнопки, добавьте в корзину. Наш Selenium видит этот первый шаг и решает, что старается найти add to cart, то есть добавить в корзину на странице 2. И мы... И это реальный случай из нашего проекта. Таким образом, что нам следует делать для того, чтобы не завалить наш проект?
Использовать короткие, не длинные сценарии. Если у вас есть параметр внутри вашего шага, отметьте, это параметр. Допустим, апострофами можно его пометить. Не используйте имплицитные веса и шаги. Давайте пойдем дальше. Плохой или вредный совет номер 4. Как мы можем завалить проект, используя тестовые данные? Самое легкое и соответствующей старой школе использовать хардкод. Я думаю, вы можете понять, что когда этот тест был написан, все было окей, все было хорошо, потому что у нас было SKU-ID, и цена продукта, изделия была таковой, но через месяц тестовые данные обновляются, в оптимистическом сценарии изменилась цена, и тест стал красным, а в пессимистическом сценарии у нас этого продукта нет уже в базе данных, тоже тест будет красным. Это был самый простой путь, и я думаю, что все знают, что хардкод не очень хорош, если это не хардкод. Если мы запрашиваем данные из какой-то базы данных, первое, что база данных правильная, если в начале проекта у вас были права на базу данных, они могли быть изменены, и в лучшем случае вы будете обновлять ваши запросы в сохраненные процедуры, и это будет требовать много времени. Пункт номер два. Позже у нас было одно приложение, одна база данных и интеграция из приложения в базу данных. Сейчас, возможно, это не очень реальный сценарий. И при реальном сценарии у нас есть приложение, много интеграции с другими приложениями, и другие приложения имеют интеграцию с какими-то базами данных. И хорошо, если все базы данных релативно связаны, но у нас есть Cassandra где-то. И если мы попадаем куда-то в базу данных, будет трудно запомнить все эти интеграции, которые у нас есть. И пункт номер три, если даже предыдущие две правильные, хороши, то вывод данных из базы данных требует очень большого времени, и у нас есть шанс завалить этот проект. И третий способ получения данных – это использовать файлы, допустим, в вашем любимом формате, JSON или другие, и парсон их для вашего теста. Что вы можете сделать для того, чтобы завалить этот проект, если у вас такой способ получения данных? Очень легко, потому что если вы помните об этом и не проводите обновления каждый день, если вы не помните об ваших данных, есть инвентарь, они могут быть изменены, и мы можем узнать это только после суточного прогона. Плохой совет, вредный совет, если у вас есть такой способ получения их данных, и в каком-то используете нормальный проект везде, у вас есть 3000 тестов, например, и 2000, вы можете использовать этот нормальный проект везде. Если он устаревает, ваша регрессия будет красной полностью из-за этого нормального проекта. Что вы должны сделать как противоположное этому?
Никогда не делайте то, чтобы завалить проект. Никогда не ведите переговоров с заказчиком о данных, которые должны никогда не изменяться. Это, так сказать, золотые данные, которые нельзя обновлять, потому что вы их используете в тестах. Следующий момент: никогда не назначайте специального человека или команду для управления данными. И третье: никогда даже не думайте о имплементации специального особого пула, где вы можете взять данные по параметрам и общий совет: никогда не заботьтесь о ваших данных. Если будете это делать, вы определенно завалите проект. Для подытоживания всего, что я сказал, на уровне сценария, чтобы не завалить проект, это уже хорошее совет. Делайте сценарий простыми и читаемыми. Чем он короче, тем лучше. Use only needed steps and try not to use implicit weights. Okay, in some cases you can use implicit weights, but think three times before using it, because in most cases you can avoid it. On the methods level, just remember about your teammates. And when you are implemented something, you should firstly investigate the framework and try to find the same, maybe. And on the last level, test data management level, just take care of your data, and if it is possible, try to negotiate with your customer about separate team or at least separate person who will be managing the data. Thank you for your attention, and it is time to questions. I have this voucher for the t-shirt, and organizers said that it is very beautiful blue t-shirt. Who wants very beautiful t-shirt? But you should ask me something. So everything is clear? Really? Okay, I could answer the questions. We have the real one. Sorry. Implicit and explicit weights. More examples. Hi, Yulia. In my team, we are using like this. If it is about waiting of appearing of some other element, this is a definitely explicit wait. But in some times, when we are integrating with some other application, for example, as an example, we have end-to-end tests that are doing something on the web, and then waiting for some other application to be appeared, and then doing something in other application, checking some state of order, for example. And we cannot wait here for appearing of this application, because this is not only another page, but completely another application. And here we are using the implicit wait, because we cannot do without it. Thank you. Please. Please give us examples of when your automation is Gherkin data tables. With Gherkin data tables.
Here, for example, we have here. Две строки в таблице данных, но если у вас будет не две, а 20 строк, то поддержку будет здесь не так легко предоставить. И еще один пример. Если у вас есть такая же таблица, одна и та же таблица в нескольких тестах, у вас есть какие-то пожелания, требования, и в рамках них есть там 20 тестов, и в каждом тесте используется одна и та же таблица. И если вы используете таблицу, которая вот в рамках этих требований, пожеланий заказчика, а не основанная на самом фреймворке, платформе, то это тоже может соответствовать задачам, помочь вам достичь вашей цели. Или может быть отдельный файл с таблицами, если таблицы эти используются везде. Да, то есть вы файл с таблицей привязываете. То есть вы меняете ее только один раз, потому что, ну, это одна таблица для всех тестов. То есть не каждый раз для каждого фреймворка. То есть не каждый раз для каждого теста вам необходимо менять эту таблицу в вашем фреймворке. Это действительно так работает, да? Хорошо. Okay.